Здравствуйте, в эфире передача «День за днем». С вами в студии Алина Сазонтова. Основные темы выпуска. Глава администрации провел плановое совещание. Проект «Комфортная среда в действии». Участников проекта «Школа Росатома» чествовали на сцене города. В Десногорске прошли казачьи воинские соревнования. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Предстоящие выборы в Смоленскую областную думу, заболеваемость ОРВИ, раскрытое убийство в Десногорске, культурные мероприятия на День города – эти и другие вопросы обсуждались на плановом оперативном совещании главы города с руководителями структурных подразделений администрации. Подробности далее. Совещание проводил глава города Андрей Шубин. Коммунальные службы готовятся к осенне-зимнему периоду. Сейчас ведутся ремонтные работы на тепловых сетях первого микрорайона, устраняются дефекты. Горячая вода отключена в трех домах. Продолжается подготовка многоквартирных домов к предстоящей зиме. Ведутся ремонтные работы, заканчиваются работы на кровлях и продолжаются ремонты подъездов. В остальном все без сбоев, все стабильно. В Десногорске 2 недели назад было совершено убийство. Неизвестный нанес телесные повреждения мужчине, от которых тот скончался. Начальник отдела полиции по Десногорску Юрий Гришин доложил, что преступник задержан. Им оказался 24-летний житель Брянска, который приехал в Десногорск в командировку. Также Юрий Алексеевич рассказал об активизации интернет-мошенников. Очень много мошенников. Сайты расширяются, люди прогрессируют. Мы как бы сбили эту динамику по интернет-мошенничеству, мы со станцией работали, в средствах массовой информации. Но на сегодняшний день опять поступает. Все знаете, что правительством принято решение, все эти интернет-мошенничества, это уже третья часть, 159-я, то есть тяжкое преступление, и 40 там совершенно другие. Поэтому оберегите своих сотрудников, расскажите им, чтобы не заказывали, а пользовались сайтами, которые их проверили. Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Ольга Романова доложила о прошедшем заседании межведомственной комиссии. На нем были рассмотрены вопросы предоставления жилья нуждающимся гражданам. 13 семей будут обеспечены жилыми помещениями, заключены договора социального найма. Уже в пятницу им выдадут ключи. О мероприятиях, которые пройдут 8 сентября в День города, нам рассказала руководитель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анна Королева. Начнется все в 10 утра с праздничного шествия трудовых коллективов. Далее мероприятие продолжится на летней городской эстраде с 12.00 до 22.00. Также в 13.00 жителей и гостей города мы приглашаем на открытие суперфинала «Оранжевый атом 3x3». И в 14.00 доска почета. Закончится все в 22.00 праздничным салютом. Глава города Андрей Шубин напомнил о предстоящих выборах в Смоленскую областную думу. 9 числа у нас пройдут выборы в областную думу, поэтому прошу выполнить свой гражданский долг и прийти проголосовать на избирательный участок. Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями на территории Десногорска остается низкой. До 20 сентября открыт прием работ на 9-й всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд». Основные темы конкурса – безопасность на транспорте, дело всех и каждого, ответственный донор, доступная и качественная медицина, молодежь за безопасность дорожного движения. Работы принимаются по двум номинациям – социальный плакат и социальный ролик. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, который вы видите на экране. Двор 10-го дома первого микрорайона вошел в проект «Комфортная городская среда». Ремонтные работы завершены, и десногорцы уже могут оценить результаты. Подробности в нашем сюжете. В первом микрорайоне уложен новый асфальт, расширены парковочные места, установлены лавочки и урны. Все работы выполнены за счет средств федерального бюджета по программе «Комфортная городская среда» и благодаря инициативе самих жильцов. Ну, сейчас нормально стало, думаю, что хорошо. Очень детям спокойно нравится кататься на самокатах, да, Дашуль? На велосипедах катаемся. Все в порядке. Наконец-то сделали. Везде бы так сделали. Было бы замечательно. Расширили парковку очень хорошо. Город у нас еще молодой, он должен оставаться красивым, я думаю. Дорога нормальная тоже. Лавочки поставили, здорово. Теперь можно хоть у дома посидеть. Там на небо звездное поглядеть.
Участие десногорцев в программе – отличный шанс благоустроить свои дворы и облик города в целом. Попав в проект, жители будут принимать непосредственное участие во всех этапах благоустройства двора, включая ход работ и приемку. Все это впоследствии лишь укрепит бережное отношение ко всему, что будет сделано. Более подробные рекомендации по включению своей придомовой территории в проект можно узнать на сайте jkh-desna.ru. В МЧС подвели итоги купального сезона в Смоленской области. По данным ведомства, в этом году число погибших купальщиков уменьшилось на четверть по сравнению с 2017 годом. С начала года в водоемах области утонули 34 человека, 24 из них в период купального сезона. Наибольшее количество трагедий произошло в Десногорске – 5 утонувших, а также в Росхальском и Вележском районах. Набравшись сил и энергии, дети вновь включились в активный процесс получения знаний. Начинается новый захватывающий учебный год. Конкурсы, фестивали, олимпиады, стажировки, акции, отраслевые смены. Все это входит в образовательный проект «Школа Росатома». Он реализуется с 2011 года по инициативе госкорпорации «Росатом». В Десногорске 3 сентября на главной сцене города в торжественной обстановке чествовали победителей и призеров проекта «Школа Росатома». В прошлом учебном году 86 детей приняли участие в 5 конкурсах в рамках проекта и еще более 100 в акциях и других мероприятиях школы «Росатома». Торжественную церемонию награждения провели заместитель главы Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. Они наградили маленьких футболистов из детского сада «Ласточка». Ребята принимали участие в зональных играх по футболу в Нововоронеже. Валерия Карпинская, Геннадий Амельченко, Анастасия Прокопова и Владислав Буланов под руководством учителя русского языка и литературы первой школы Юлии Михеевой участвовали в финальном этапе метапредметной олимпиады в Зеленогорске. Андрей и Светлана Токаревы были награждены за участие в фестивале «Росатом Скул» в городе Лесной. Станислав Разганов и Александр Бочинок этой весной провели незабываемое время на международном форуме «Атом-экспо». Кирилл Маневский и Алексей Михайлов в городе Железногорск заняли 5-е место в финальном этапе инженерного конкурса «По следам Жюль Верна». В проекте «Школа Росатома» принимают участие не только дети, но и педагоги. Так, воспитатели Диана Федина и Валентина Земского участвовали в стажировках, где повышали свои навыки общения с детьми в игровой форме. Все участники проекта были награждены благодарственными письмами. В их честь состоялся праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами «Данс-клубом Модерн» и вокальным ансамблем «Калибри». Насыщенная игровая программа «Путешествие троллей» вовлекла в свои конкурсы огромное количество ребят. Присутствующие на празднике родители активно болели за своих детей. Этот день был наполнен яркими впечатлениями, радостью встречи со школой и сверстниками. Немного о культуре. В период с 3 по 30 сентября в Десногорске проходят выставки. Музей «Феникс» приглашает всех на выставку смоленских художников «Славный город на Десне». А в историко-краеведческом музее проходит экспозиция «Город грез». Минувшее воскресенье на стадионе «Атомтранс» прошел чемпионат по рубке шашкой «Казарла». Представители разных регионов Центрального федерального округа собрались, чтобы продемонстрировать свое мастерство владения шашкой. Как прошли соревнования и кто стал победителем, узнала наша съемочная группа. Первый шаг к зарождению новой традиции в Десногорске был сделан в 2017 году. В этот раз большой и широким размахом спортивно-культурный праздник «Казарла» продолжился при поддержке концерна «Росэнергоатом» и Смоленской атомной электростанции. Жители и гости города получили уникальную возможность увидеть показательные выступления 16 казачьих коллективов. На стадионе «Атомтранс» развернулись красочные состязания по джигитовке, конные пешие рубки шашкой, конкуру и конное шоу «Кантильон». Параллельно этому работали ярмарки традиционных ремесел, на которые были представлены сувениры, игрушки, казачья одежда и утварь. Для самых маленьких гостей были оборудованы интерактивные площадки. Участники фестиваля «Богатица» подарили зрителям задорные народные песни в своем исполнении. Организаторы соревнований помогли всем желающим погрузиться в атмосферу самобытной культуры казачества. Они показали, как проходили русские гуляния, забавы, познакомили гостей с элементами обрядовой техники и музыкальными инструментами. Казаки демонстрировали традиции рестания и бойцовских состязаний. Мероприятие шикарное. В этом году уже организация в десятки раз лучше. Прием великолепнейший, площадка просто неимоверная, таких площадок мало. Такие мероприятия вообще необходимы. В свете того, что казачество сейчас на данный момент разрознено, и чтобы объединить его, вот такие мероприятия, как вот это «Казарла»,
они объединяют, показывают, что все-таки казаки существуют, они есть. По окончанию всех видов соревнований судьи подвели итоги и наградили участников чемпионата. И коротко о погоде. 6 сентября будет ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 16. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desna.dfstv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами.